Джош? Джош! Понравилось вам? Страх? Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет! Их больше нет! Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось? С Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс. Дебил. О, боже. О, господи, Мэтт! Держи! И убирайся отсюда! Живо! Что? О, черт! Черт! Охренеть! Ладно. Да! Боже мой. Ладно, Эмма. Ну-ка, давай. Давай. Надо идти туда. Черт! Что это? Thank you.
себе, Эм. Черт. Что еще? Откройте! Откройте! Открывай скорей! Запри дверь! Боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как резана. Эм, ты цела? У тебя лица нет. Там было что-то. Где мы? Давай, садись, садись. Там что-то. Мы разделились? Там монстр, монстр! Стой, стой! Какой еще монстр? Я говорю, там что-то есть. В смысле? Эш, успокойся, это Джош, это все нет, Джош. Нет, нет, послушайте. Мы связали его, бояться нечего. Нет, он гнался за мной, это не человек. Постой. Эм, расскажи, что там случилось. Я пытаюсь рассказать. Мы с Мэттом полезли на вышку, а она рухнула. Просто взяла и упала прямо в шахту. Стой, стой, в какую еще шахту? Здесь повсюду шахты под землей, и когда вышка упала, мы провалились туда, прямо вниз. Я не понимаю, вышка упала? Как упала? Я шла под землей в шахте, там было темно, и лежали всякие вещи, и на них голова Бет. Стоп, что? Я нашла голову Бет. Господи. Ни хрена себе. Ты это серьезно? Да, я серьезно. Они могли упасть в шахту. Нифига себе. Но самое ужасное в том, что Ханна, она, похоже, погибла не сразу. Что? В каком смысле? Мне кажется, она тогда не разбилась. И потом медленно умирала в шахте без еды и воды, пока ее все искали. О, боже. Кошмар. Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили. Эм? Опа. Это еще кто? Джош? Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Я с тобой. Хорошо.
открою дверь. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет и открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Черт! Не с места! А ну-ка, стой. Стоять. Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Ха. Вот Вашингтон и удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтон здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот, я же говорил, он преступник. Сто пудов. Шш, тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо, тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарае. Твоего друга уже не спасти. Нет, не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе все происходит быстро. Нет. Я и так перед ним виноват. Виноват? Это почему? Крис, не надо. Я его ударил. Я думал, что он убил Джессику, и я был на взводе, и... В общем, ударил его. Крис! Он это заслужил. Все равно нельзя вот так бросить его. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному. Самоубийство. Ладно. Остальные, идите в подвал. Прячьтесь скорее и не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем, а ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? Да, понятно. Иди за мной и делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис, береги себя. Поживее, сынок. Я скоро вернусь. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я.